Я пока я гружу, короче, новый видосик вам, чтобы вы смотрели его. За окном происходит такой пиздец. О, хотите обзор на кота? Пишите в комментариях, мы сделаем обзор на кота. Да? Короче, хотел я ехать на мопедике в эпицентр. Хотел ехать я в гараж, а тут пиздячий дождь. Если честно, вообще не знаю, как мне быть и что мне делать, потому что мне надо, короче, и в гараж ехать, и в эпицентр ехать, и везде надо ехать. Вот, кстати, вот такая дудка, это Yasuni R, чисто сложил такой макетик. Вот, а вот оно все то же самое, но подготовленное уже для металла переносить. Получается, идет вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть здесь еще не хватает двух кусочков. Ну, это так уже последнее колено. Это уже вот это уже идет, который изгиб к поршневой, получается. Но я просто сделал такое прямое, дабы было более понятней с этим всем, как говорится, разбираться потом. Но и в макетах у меня есть и прямая, и две поделенные, то есть хватает здесь всего. Наконец-то, спасибо говоря людям добрым, которые выкладывают полезное видео в ютубчик и которые смогли меня научить правильно делать развертки конусов. И все это дело тут просто последствия вчерашних этих самых, вот один из кусочков, который неправильно расчертился, и это распечаталось тоже неправильно. Не знаю, что вам сказать, жду хоть какого-то прояснения по погоде, да надо ехать. Надо что-то делать, потому что, ну как это, все от меня ждут трубы. Мне пишут в личку, мне все пишут, все интересуются по ценам. А я всем говорю, что, ребята, типа, ждите минимум 2 недели, пока я все тут закончу, все подготовления, все приколы. Сделаю пару труб для проверок и прочего. Но все начинают мне разрывать просто инсту с вопросами, что почем, какие с мечом, на Дио трубу сделаешь и прочее. Мне очень приятно, что, в принципе, я заинтересовал вас всех своими всем тем, что я буду делать трубы. Ребята, все будет. Все будет. Потерпите, пожалуйста. Просто, пожалуйста, потерпите. Я все всем сделаю. Терпение и труд все перетрут. Чем больше у меня времени будет на правильной подготовке, на правильное изучение информации, на подгонку деталей и прочего, тем лучше у меня будут трубы. Ну, понимаете, типа, что все приходит с опытом. Я прекрасно понимаю, что первые там 10 труб, они будут хуже, чем последующие там 10 после них. Это логично, потому что это все делается. Ну, сейчас первые все делаются полностью вручную. Возможно, чуть далее потом производство будет трошки поинтереснее с использованием уже других интересных решений, чтобы то повысить точность максимально, чтобы все было заебись. Короче, всему свое время, как говорится. Не будем сливать инфу раньше времени. Да, котик. А, кстати, это Морфей, если что. И он спит. Совпадение? Не думаю. Ладно. Так, первый пункт нашей телепердачи. Новый год. Ебаный рот. 6 штук за елку, блядь, искусственную. Я, наверное, что-то не понимаю в этой жизни, блядь, с такими ценами. Ну вот, 600 гривен. 2000. 3. Вон за 3 какая огромная просто. 3500, блядь. 11. Короче, что-то явно я не знаю в этой жизни. Так. Короче, идем за ножницами по металлу. Идем за штангенциркулем электрическим.
Так, ручной инструмент, один из моих любимых отделов в этом, блядь, магазине. Честное слово. Так, где у нас ножницы по металлу? Походу, надо идти в соседний ряд. Скорее всего, там будет шпатели, ведра. А, вот они. Ножницы по металлу. Так, что мне с этого надо? Фиг его знает, такие или не такие. Но особо тут больше по размерам, чем эти, больше нету. Я думаю, что вот такие надо брать. У меня есть маленькие, и будут большие. Я думаю, что в паре будет получше. Так, ножницы нашли. Идем за штангенциркулем еще. Еще не открываются, блядь. Оп, о, закрылись. Так, забрал, короче, раз коробку, два коробку, две коробки, кучу всего позабирал, все, едем в гаражик, будем делать мопед мощнее, быстрее, выше. Ае, бой. Так, ребятки, мы уже в гараже. Итак, что же я там понабирал на своей почте, что за посылки и так далее. Так, во-первых, вот, Piaggio Shop, отсюда я заказывал все на этого товарища. У них вот реально, вот, наверное, единственный сайт, где есть... Все по хайперам, по всякой такой херне. Так, первое, что такое трос газа. Хуё-моё, Piaggio Energy Extreme, вся херня. Должно было подходить сюда. И я вот так смотрю, по верху подходит, вот по этой хуйне. А по низу тут вот такая вот штука у меня. А здесь у нас вот такая вот штука. Хуй знает, как я буду этот вопрос решать. Ладно, с этим что-то придумаю. Может быть, я просто отсюда внутрянку переставлю в тот кожух, и все там совпадет. Так, следующее. Вот такой ремень. Чикс, вся херня. Вот такой вот ремень, если шо. 811 на 18,5. Маешь гарный ремень. Это стоковый, кстати, стоковый ремень. Для вот этого мопеда имеется. Так, далее в наличии у нас трос газа. К сожалению, сейчас как он распаковывается, он просто запаяно. Так, к сожалению, что я вообще любитель тросов, которые цельные и одинарные, но так как здесь реализован привод, получается, этого самого, боже, маслонасоса через тросик, через там, типа, сколько тянешь, столько открывается, поэтому здесь нужна двойная такая вот хуйня. Но нам это все нахрен не надо, и мне интересует только сам трос, а вот эту вот двойную, вторую лишнюю штуку мы просто снимем. Вот, просто я не хотел заказывать все с разных сайтов, вот, типа, там оттуда тросик, оттуда то, оттуда это, я все взял у них. И ничего страшного, просто тот трос, который стоит, он нормальный, но уже бывает, иногда подклинивает. И где-то там, в районе карбюратора, я уже видел заусенцы, поэтому лучше поменять. Так, следующее, что, вот такой домик обычный. Вот, кстати, смотрите, домик, это самый дешевый, который домик у ребят продается. Момент в чем, изнутри, если, бля, видно, не видно, уже убраны, ну, насколько смогли, убрали сразу же... заусенцы, возможно, это еще с завода так убирают, но за попытку лайк, а доработать надо в любом случае, без этого никуда. Так, ролики первые 6,5 грамм, во-первых, обратите внимание на размер, 19 на 15,5, вот такие вот огромные ролики стоят. Вот, и вторая пачка 5,5 грамм. Так, подшипники, сальники, НТНовский комплект, РМС. Ничего удивительного, ничего нового.
Так, еще дальше. Есть свечка, которая вот специально вот Aprilia, Derby, Gilera, Piaggio, Vespa. Вот чисто ихние свечки. Во-первых, у меня, кстати, тоже под такой пиптик, под большой. Свечка Piaggio, чемпион, вся херня. И калийности у нас здесь сколько? Сколько калийности в тебе? Вот сколько калийности, неизвестно. Ладно. Это надо будет уточнить. Ну, я на сайте видел, там вроде писалось что-то. Надо это уточнить. Но, как факт, приятно. Так. Чирикс. Колодочки RMS. Вот такие просто колодочки. Ничего удивительного. Просто колодочки. Так. Вакуумник новый. RMS-овский. Годится. Так. Здесь у нас... Голова, вот такая голова. Это же 70 кубов. Так, вот это вопрос хороший. Что-то похоже больше на полтос. Но может быть и 70, надо это проверить. Так. Ич. Поршневая. Оп, оп. Так, поршневая. Что мы имеем? Два комплекта колец. Сразу же. Набор прокладок. Ага, даже защитка, чтобы, не дай бог, не лопнула юбка. Вот такая защиточка тут. Так, и вот такая поршневая. Так, оп. Оп, оп. Так, палец. Ебать, а где кольца? Ебать. Вот это приколдес. Вот это приколдес, а колец нету. Нет. Стопор. То есть этих положили две пары, а на поршень стопоров не положили. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Такое себе начало. Да, голова под 70-ку. Хорошо. Все хорошо, но ебаный рот. Где мои стопора? Так, по поршневой, что сказать? Фаски сняты. Особо нечего так. Короче, ну дорабатывать надо, я все дорабатываю. То есть, это понятно. Но в целом, то есть за свои деньги... Прикольно. Произведена 5.05.21 года. Да, кстати, свеженькая. То есть не сильно долго лежала, но вот за это... Это, блядь, дизлайк, отписка, пиздобольчик. Так. Надо сейчас тогда что, звонить ребятам, говорить, что нету стопоров. А, ну давайте проверим тут. Я же не думаю, что они могли куда-то, блядь, передеться. Не, нету их тут. Блин, обидно, обидно. Кстати, обратите внимание, поршень без продувки. Как на Минерале, как вы привыкли. Здесь такой фишки нет. Здесь чуть по-другому все сделано. Так, стрелочка на выпуск. Вот так. Бля, обида ебаная. Что вам сказать? Так, и последний кандидат на сегодня. Оп, оп, оп. Ой, даже с сепаратором новым, божечки, вот это спасибо. А я как раз думал о том, что сепаратор я взял или не взял. Вот такой вот коленвальчик. А ну. Так оно. Не извинит даже. Слушайте, оно выглядит вполне себе солидно. Более чем. Только вот у меня есть один вопрос. У меня вот здесь висит коленвал, который также с хайпера. Который с обломанной цапфой.
Не, ну они разные, разные. 350 какая-то маркировка. Да, это разное, это другой. Фух. Ну, хоть что-то хорошее. Так. Что-то мы тут всякие. Так. Окей. Кстати, ну, блин, солидный, солидный. Ничего не скажешь. Смазочка есть. Колено за косарь, если что. Вот это колено за косарь. Ну, грубо говоря, как на мини был стайер. Не знаю, сейчас есть, нету. Тоже с такими вот приколами, прикольчиками. Так, что вам сказать, на этом анбоксинг закончился, я буду звонить ребятам, говорить, что, блядь, нету колец стопорных. Беда, печаль, хотел сегодня собрать. Ну, в принципе, ладно, сейчас разберемся, что мы будем с этой бедой делать. Просто у меня новых колец нету. Да вообще, в принципе, никаких стопорных колец нету, я не особо хотел бы ставить какую-то бушку. Потому что стопора такие, они такие, чинау, и пока весь мотор, ну, блядь, это гонево. Итак, распаковка анбоксинга штангенциркуля электрического Толсен. Ладно, пошутили, хватит. Короче, вот такой я штангенциркуль сегодня купил. Бабаречка. Так, так, чикс, чикс. Толсен 35052. Ну такой. Блять, он пластиковый. Охуеть. Так, вопрос. Меня какой интересует, а батарейку куда вставлять? Вот же пробочка. Так, чиппонкс. Какой стороной батарейку вставлять? А ну. Так, для таких как я. Где плюсик? Плюсиком кверху. Все. О, а что он включился сразу? Минус, так. А ну-ка. Давайте померяем член. Шучу. Бля, это просто охуенно. 38,8. Теперь изготовление труб будет на высшем уровне измерений, ребятки. Так. Оп, оп, оп. Новый инструмент в наличии. Блин, ну 400 гривен. 400 гривен, он еще и пластиковый. Углеродный волокна композитов, цифровой измеритель. Понятно вам? Вот так он говорит на русском языке. Ну, блядь, Китай есть Китай. Это же... О, вот есть хоть за что повесить его. Так, где надо его так повесить, чтобы никто его тут не всрал. Но я буду долго ругаться. Вот так вот. Нет. Да, нет. Короче, будет вот тут. Жить. Спасибо. Спасибо за спасибо. Так, что у меня еще есть тут? Бутербродик есть. Так, ну и ножнички я уже, в принципе, поснимал. Давайте сделаем максимально брутально, распакуем ножницы и ножницами. Чина. Чина. А, еще один. А нет. Ебой. Это именно сын и отец. Чик-чик-чик-чик. Порежу. Эй, слышишь ты. А ну, где-то у меня валялся кусочек. Или не валялся. А вот он. Эй! А ну-ка, иди сюда. А ну-ка. Прикольный срез. Силушка имеется. Так, надеюсь, эти инструменты хоть как-то облегчат мне жизнь. Так, оп, раз. Раз, два. Та ну, защелка. Защелкнись, вот. Инструмента столько некуда вешать. Ладно, пусть пока полежит. Вот, на данный этап жизни все. Кушаю. Кушаю, прибираюсь в гараже. Будем заниматься и трубами, и мопедами, и что угодно. Вот еще, кстати,
прислал мне подпышек поршневую на запильчик. Вот. Кстати, новая почта, как всегда, меня, блядь, поражает своей тупостью. Короче, насколько я понимаю, человек пришел на почту уже с запакованной коробкой. Вот, его коробка, вот, в пупырке, замотал. Все замотал, чтобы так вот оно и поехало. Эти уроды берут вот такую коробочку, маленькую. Хуярят, блядь, вот в такую коробку. Просто практически, ну, тут оно. Сейчас, если... Вот, если вот так поставить, она влезет вот так. Если я поставлю, будет вот раз... Два, две с половиной вот таких коробки можно засунуть сюда было. Ну, блядь, ну не пидорасы. Я не понимаю, ну, что это за отношение к людям вот такое? Я вот каждый раз охуеваю, блядь, просто. Так, по поводу цилиндра, что пришел на запил. Обычный трикожишный чугун. Чугунище. Какое тут выхлопное окно? Хуета. Вот. Забавно, что он прям свежий, ну как не свежий, типа, то есть он с местами еще видно хон даже до сих пор. То есть в этом плане он хорошенький. Чумазый, конечно, весь. Но кольца померил, кольца, походу, мененые, потому что кольца там идеально становятся для такого прогара, как тут. Вот не может быть такого. Значит, кольца уже поменялись. Но... Хотя, задирчиками уже... местами, но неважно. В общем, буду сейчас запыливать это все дело. Ну ты и шумно, дура. Пиздец. Здорово. Я свет выключу? Нет. Нет, да. Маешь файный Жигуль. Но, о, разварочка. У меня две сзади, а две впереди обычно. Ну, правильно. Так, короче, мы уже разобрали весь мопед, а я ни хрена не наснимал, а наснимал вот этот ГЛЭК. Вот, приходите к нему на канал, RusRide, и там все смотрите, что интересно про Пиаджик. Вот, а у меня... А ну, смотрите фокус, как держится руль на Пиаджио. На пиаджио. Короче, вы поняли. Давай. Подожди, я прикрутил. Тянем, 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 а вытянуть не можем. Болтяра такой. Маленький болтик. И то это не все, но еще не, смотри. Еще дальше. Подбить надо, походу, его. Или подожди. Не-не-не-не, нихуя, подожди. Да, тут система. Да, походу, надо просто его отпыздить. Что-то будет на канале, увидите, что-то у меня, поэтому смотрите нас обеих. Обеих. Пизда твоему рулю. Да нет, не, что-то, не что-то не так. Что-то не идет. Ладно, мы сейчас узнаем, включимся. Куда... Включимся, когда узнаем. Короче, маем проблемы. Руль, это болт открутили с руля, пытаемся достать, он не достается никак. Он настолько сильно, короче, заржавел, что мы его даже не можем выбить. Я уже запшикал всем, чем только можно. Сейчас хоть жду немного, пока какая-то реакция, может, начнется, я буду пробовать дальше стучать. Но просто я же не могу поменять подшипник, не сняв руль. И оно вообще никак не хочет, вообще прям никак не хочет, я не понимаю. Я быстрее мотор разобрал, чем Витя руль. Вот так вот. Как понять, что он опять никогда в жизни не разбирался? Просто посмотрите на этот пиздец. Короче, здесь был упорчик, который выставлялся вот сюда, вот в пазик, вот в этот. Я просто болгаркой отрезал этот упор, и мы начали просто руль прокручивать 360. И смогли его раздраконить, и более-менее это пошло. Предварительно запшикал еще спреем. Где он там? Очиститель блоков машинных, вот такой вот спрей. Полбанки туда вслили. И это как-то более-менее пошло. Сразу видно, что он опять никогда в жизни не разбирался. Это пиздец. Фух. Мы запехались вдвоем просто. Каждое утро, ебать, заводиться. Это просто пизда. Короче, разобрали мы траверсу. Нижний подшипник из каких-то умников, которые поставили не в размер шарики. То есть, вот основные шарики все вот такого размера. И один, короче, вот такой. Вот так вот. Такой стоял. Такие стояли. И не комплект. То есть, вот на вот эту обойму. Вот.
Вот это все, что мы нашли там. Вот на такую большую бомбу, это все, что мы там нашли. Мне кажется, ни хрена не будет слышно, то, что ты снимаешь. Илюша завел хуйню свою, нихуя не слышно. Ладно, мы едем кушать. А что ты мне говоришь? Хуй охранник. Это... Потому что эта хуйня орет дико, блядь. Можешь. Сейчас главное тут не оставить ничего. Едет, сюда едет. Ебать, ты два раза так отловил ее, блядь, просто. Не знаю, там, наверное, нихуя не видно будет, но... Понял, крики, вопли только будут. Тихо, ты, блядь, попроще. Так, лайфхак. Я, конечно, сейчас не снял, но не суть. Короче, вот Елера Сталкер. В принципе, NRG, Piaggio, все, в принципе, у них одинаковая траверса, одинаковая вся херня. Короче, снизу у них стоит вот такого диаметра подшипник рулевой. Вот, у меня его разбило, ну, по нему видно, что пришла торба. Короче, как мы вышли из положения, потому что даже на... Мы полазили в интернете, и ничего адекватного мы не нашли. А делать надо сейчас, как мы решили вопрос. Короче, мы распилили старые подшипники с коленвала, ну, от хайпера. И шарики чудесным образом совпали с шариками, которые в этом, вот они. В обойме были. И я просто без обоймы замазал очень обильно солидолом траверсу. Ну, посадку под подшипник. Вот такой вот. А, не покажу. Короче, ну... солидол, покажись. Ладно, все. Замазал солидолом и просто туда тык-тык-тык-тык-тык сделал круг подшипников, подшипника шариков. И все это аккуратненько с Илюшей подняли вверх. Я сразу же здесь тоже поставил новый подшипник. Вот, и все это собралось, и люфт, в принципе, уже сразу же пропал. То есть сейчас мы это все уже соберем более сильнее, и уже тогда будем регулировать зажатие, которое нам необходимо. Вот, такой вот лайфхак кому-то, может быть, пригодится, потому что я уверен, что вот такой подшипник, вот такой формы, ну, наверное, стоит там гривен 200, 100%. Это просто найти его. И даже найти это будет квест, ну, просто отдельный, то есть... Время, деньги, если у вас есть старые два подшипника, вот, разрезал, высыпал, замазал, насыпал, полетел. Давай, Илюша богатырь. Ич! Да, Витя, как ты его держал, только жо. Фух. Мы сделать. Все, новая поршневая установлена, вся херня установлена. Уже сил на сегодня на него нету, реально мы начали в сколько, ну, часа 3, 4, да, часа 3-4 начали, мы только вот сейчас у нас... Рулевая много времени. Вот у нас уже 11 почти, реально мы с рулевой часа 2 боролись. Вот, под съемы, под это, но тем не менее рулевая тоже сделана, все в принципе под сделано и все будет добро. Вот, на сегодня с гаражом мы все, сейчас едем дрыстить. Кто дрестит, а кто домой. Кто домой? Ну я трошки покатаюсь, тоже домой поеду. Ну, маемо, шо маемо. Вот Илюша не может нарадоваться. Собрал мотор. Oh.
Клюши доебались. Что там выписывают, ему, короче, хрен его знает, что происходит.